С Днем матери будущих мам поздравили сотрудники ГИБДД. В Ликино-Дулевской женской консультации с ними провели беседу по безопасности дорожного движения и вручили полезные подарки. Акция под названием «Сохрани самое дорогое» прошла в Ликино-Дулевской женской консультации. Инспекторы по пропаганде рассказали будущим мамам, насколько важно уже с малых лет учить ребенка правилам поведения не только на дороге, но даже во дворе дома, например, по пути на детскую площадку. Дорога ошибок не прощает. Мама сама должна и пристегиваться, соблюдать правила дорожного движения при переходе через проезжую часть, вот, чтобы в будущем уже научить своего малыша также соблюдать правила дорожного движения. И научно доказано, что вес человека при лобовом столкновении увеличивается в 30 раз. Поэтому, когда мама думает, что новорожденного, там, допустим, ну, в среднем новорожденный весит где-то килограмма 3, да, и происходит лобовое столкновение, либо удар, да, сильный машин, то вес ребенка получается 90 килограмм. Ни одна мама при всем желании не удержит своего малыша. Самое главное – самим соблюдать правила дорожного движения, ведь дети копируют модель поведения родителей. И если сегодня вы перешли дорогу вместе с ребенком в неположенном месте, то завтра он сделает то же самое без вас. Будущим мамам инспекторы дали главный совет, чтобы уже сейчас задумались о том, как они с ребенком поедут домой из роддома и позаботились о приобретении автокресла. А пока же подарки получили сами мамы. Инспектор вручил им специальное устройство для пристегивания беременных в автотранспорте, которые помогут защитить живот, а значит и самое дорогое.